Один умный человек посоветовал мне не допускать, чтобы жизнь становилась настолько занятой, чтобы не успевать останавливаться и задумываться над ней. Я просыпаюсь утром, и начинается суета, забота, работа, встречи. Начинаю делать одно, другое, третье, не задумываясь над тем, что я делаю. Должен ли это делать вообще? То ли это, чего я хочу? Я просто делаю это в надежде все успеть, но иногда хочется вырваться из моего маленького мира, оторвать от него внимание и поразмышлять. Остановитесь и подумайте о жизни. Просто представьте о том, что ты и я стоим на огромном шаре, который вращается 1600 км в час. Вы не находите это странным? Более того, мы несемся вокруг другого гигантского огненного шара, который в миллион раз больше нашего, и несемся вокруг него на скорости 100 тысяч километров в час. А мы думаем, обычный день. Нет, это не просто день. Ничего обычного. Он потрясающий, великолепный. Не пробегайте мимо. А подумайте о наших телах, как они невероятно функционируют и прекрасно устроены. А наши чувства, вспомните чувства, когда вы впервые были влюблены. Хочется аж закричать, что-то просто поднимается внутри вас. Или о чувствах близким людям. Я сразу думаю о своих детях, когда я обнимаю их. Ко мне приходят такие эмоции, что аж распирает в груди. Хочется так их сдавить и прижать к себе. И кричать, как сильно я люблю их. Я скажу по ним с ума. Откуда это? Подумайте о смехе, подумайте о смехе. Многие об этом даже не задумываются, но я люблю смеяться. Я смеюсь громко и безудержно, другой хихикает, третий старается сдерживать смех. Что это? Откуда? Я вам так скажу, что для меня это просто указывает на Творца, который мог создать что-то такое невероятное, как смех. И Евангелие говорит о том, что невозможно испытывать, чувствовать, видеть все это и говорить, что это случайно, что это из ниоткуда. Евангелие говорит, Бог явил нам себя через свое творение, и мы видим Его силу и божество через все созданное им. Поэтому у нас нет причины не верить Творца, потому что ты можешь видеть Бога во всем. И я знаю, когда упоминаешь Библию, люди настораживаются. Каждый раз, когда они слышат о Библии, они чувствуют себя неловко, думая, что кто-то хочет их ограничить, их права или что-то забрать. И может кто-то действительно хочет денег, но ведь весь смысл послания Библии не в том, что Творец хочет у тебя забрать, но в том, что Он хочет дать тебе. То, что Творец, который сотворил все это, любит нас и хочет дать нам. Если ты не поймешь этого, то ты не поймешь полноты своей жизни. Послание Библии не об ужасном существе наверху, которое дает нам строгие законы и принуждает нам жить в них. И часто люди относятся к этому скептично, и, возможно, кому-то это не нравится, но ведь эти заповеди – это подарок нам. Они необходимы. Когда он говорит «не убей», он говорит, что если вы не будете убивать, жизнь на земле будет лучше. «Не кради». Не уже свидетельствуй, то есть не обманывай. Он говорит, что вам на земле, которую я создал, будет лучше, если вы не будете друг друга обворовывать и обманывать, а будьте честны и будете любить друг друга, как самих себя, и сострадать друг другу, то этот мир станет прекрасным. А мы смотрим на эти заповеди, как на что-то странное, несмотря на то, что в глубине сердца понимаем, что эти законы хороши, они необходимы, именно поэтому, когда... Нас иногда злит, когда кто-то не соблюдает законы, и это сходит им с рук, потому что этот человек нарушает против окружающих, и это наносит вред нам и другим людям. Мы хотим справедливости. Временами даже хочется видеть гнев Божий на чье-то наплевательское отношение к закону, потому что это деструктивно. Сложность заключается лишь в том, когда мы непредвзято смотрим на себя, то нам становится не по себе. Я смотрю на себя, и я знаю, что я нарушил заповеди, и откровенно меня пугает встреча с этим огромным и непостижимым существом. И отвечать перед ним.
Раньше я об этом не задумывался, потому как думал, что по сравнению с другими людьми я довольно хорош. Это как в школе, в начальные учебного года. Помните, когда учитель говорит, что я буду оценивать каждого, основываясь на средней успеваемости класса? Вы оглядываете взглядом весь класс, видите, что есть люди, которые выглядят поглупее вас. И это дает вам чувство облегчения, потому что вы знаете, что все будет в порядке, по отношению к другим вы гораздо лучше. Так же происходит в повседневной жизни. Вы находите самых плохих людей, и сравнивая себя с ними, вы чувствуете себя практически безупречными. И это превозносит нас и позволяет нам чувствовать себя лучше, потому как по сравнению с ними мы выгодно отличаемся. Проблема в том, что Бог не будет оценивать нас по среднему показателю. Он не будет выстраивать нас в ряд по степени хорошести и не проведет где-то черту. Вот вы, ребята, по эту сторону черты хорошие, пойдете в рай, а вы по этой стороне плохие, пойдете в ад. Нет, Божий суд не такой. Божий суд — это сравнение нас по Его закону. И мы быстро понимаем, что мы за свою жизнь нарушили все заповеди, перед законом являемся виновными. Подумай, Бог сотворил нас, Бог сотворил законы. Мы их нарушили и виновны перед Ним. Поэтому Он имеет полное право наказать нас так строго, как Он этого хочет. Потому что Он здесь хозяин. И это абсолютно справедливо. Позволь мне сказать тебе самую невероятную истину во Вселенной. И ты должен это понять. Послушай, даже если ты пропустил все то, что я до этого говорил, то, что я сейчас скажу, является самым главным. Несмотря на то, что ты когда-либо сделал, Бог чувствует к тебе любовь. Он не хочет наказывать тебя. Самая большая жертва любви – это то, что Бог послал своего Сына, чтобы приобрести форму человека, быть прибитым ко кресту. Иисус был наказан за нас. Он взял наше наказание за нарушенный закон на Себя. И если бы никто не был наказан, Бог был бы несправедливым, потому что преступление было совершено. Необъяснимо то, почему мы сами виноваты. Мы должны быть наказаны, но Бог наказывает своего Сына. Почему? Это невообразимо. Но это то, как Он любит нас, та самая потрясающая истина в мире. Создатель Вселенной настолько обожает тебя. И я думал, что я знаю это, что я понимаю, что я верю в это. А затем у меня появились дети. Как-то в один день у меня в голове пронеслась мысль, что такое видеть свою сына или дочь задыхающимися, прибитыми ко кресту. Когда я о таком подумал, мне стало плохо, физически плохо. Я думал, что я сожжу с ума. Ты подумай о человеке, которого ты больше всего любишь на этой земле. Представь их прибитыми и распятыми на кресте. Это кошмар. Думать, что Бог, Творец всего, пошел на это ради меня. Это невообразимо. Что еще в этом мире может хотя бы сравниться или хотя бы приблизиться к этому? И как прекрасно знать, что хоть кто-то один любит тебя, но знать, что Творец этого всего без ума от тебя, ради этого стоит жить. Это непостижимо. Тебе надо сделать выбор. Сейчас Бог хочет иметь с тобой отношения. Хочет простить тебя, независимо от того, что ты сделал в своей жизни. Он хочет тебя. Тебе нужно принять решение, дать ему согласие. Многие думают, что они хороши, что они, в скобочках, хорошие люди. Проблема в том,
что мы не судим сами себя, поэтому не имеем значения, что ты о себе думаешь. Имеет значение, что думает о тебе Бог. Это не так, чтобы в конце жизни ты встретишь маленького человечка на пьедестале, который спросит тебя: «Ну, скажи, что ты думаешь о себе?» И ты скажешь: «Ну, я думаю, что я хороший». Библия описывает необъятного Творца Вселенной, сидящего на троне. Это такое зрелище, что ангелы, которые видят это, закрывают от него лицо и кричат друг другу: «Он свят! Он свят!» И это этот Бог, перед которым ты предстанешь. Он, согласно закону своих заповедей, огласит приговор. И согласно его заповедям, ты будешь виновен. Не просто частично виновен или почти виновен. Виновен или нет? И мы все будем найдены виновным. И этот самый Бог говорит: «Я не хочу наказывать тебя. Я хочу простить тебя. Я хочу отношений с тобой». Я не говорю о религии или о какой-то секте, я говорю об общении со своим Творцом. Более того, Бог говорит, что принимая Его, мы становимся Его невестой. Это иллюстрация близости, интимности, любви, доверия. Это отношение, которое превыше всего другого, что мы как люди можем испытывать на этой земле. Это близость с Богом, это близость с нашим Творцом. Это все равно, что Бог, Творец Вселенной, делает тебе предложение прямо сейчас сделать его невестой, говорит: «Я люблю тебя, хочу простить тебя, хочу быть с тобой вечно. Я забуду о всем, что ты когда-либо сделал. Как запад от востока, я кину все прошлое на дно океана, я сотру и не вспомяну об этом, мы начнем все заново». Бог склоняется перед тобой на колени и протягивает тебе кольцо. И просит тебя: примешь ли ты меня? Хочешь ли ты быть со мной вечно? Тебе лишь надо ответить: да, да, Бог, да. Если ты хоть что-то понимаешь из того, что я говорю, то сделай единственное верное решение прямо сейчас. Не жди, останься наедине с Богом. Склони колени и скажи: я люблю тебя. Я знаю, что я многое натворил, но твой сын заплатил за это. Это невероятно, твоя любовь сразила меня. Я хочу быть вечно с тобой. Я хочу начать эти отношения, я буду следовать за тобой. Но скажи это, если ты действительно хочешь это делать, и следуй за ним полностью. Многие люди говорят: да, я верю в него, да, и я следую ему. Но по их жизни это абсолютно не видно. Иисус сказал: если любите меня, соблюдите заповеди мои. Это основано на доверии, что он дал мне жизнь, дал мне законы, дал мне прощение. Поэтому я верю, что Он дал заповеди для моего же блага. И это отразится на твоих поступках. Это изменит весь образ твоей жизни. Это изменит всю твою жизнь. Это не мое послание, это послание Библии. Это Божье письмо любви к тебе. Это не просто слова или мысли людей, которые можно принять ко вниманию или игнорировать. Вся твоя жизнь, вся твоя вечная судьба зависит от твоего решения. Ты можешь знать это сегодня, что ты будешь вечно с Богом на небе. Спасение не в Иисусе Христе плюс хороших делах, не в Иисусе плюс ритуалах, оно только в Иисусе. Бог Вселенной сходит по тебе с ума и хочет твоего внимания. Не отворачивайся и не погружайся снова в суету и заботу этого дня. Это может быть лучшим днем в твоей жизни. Остановись и подумай.